Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1437. События дня. Псалом 68:2. Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. За 19 ноября 2019 года. И вот тут я дальше полный разворот этого псалма даю. Сами прочитайте. Мне трудно считать. Ставьте курсор, задерживайте, чтобы она не проворачивалась. Как прочитали, сами сдвинитесь дальше. Ну и обращение староста. Может, кто поможет? Большое дело, комбайна нету хорошего.
Вот это вот указано 7 разных исполнений не для меня. Я показал, что в этом песнопении ничего божественного нету. Посмотрел этот человек, МГИМО окончил, где наработал в Корейской Республике скляр. Ну, работал, петь, вся эта рок-музыка. Так что здесь ничего божественного нету и не предвидится, и не закладывалось. Тут можно день и ночь глаза закатывать, петь, и никому не надо, ни Богу, ни людям. Видно, что на 3 года суд осудит. Это не в армии идет на 3 года суд. Поет преступник. Это как у Высоцкого, чтобы побольше блатика туда напустить. И все. Да, поют хорошо. Ну, хорошо. И кричат хорошо. Ну, и вот так. Вчерашний день. Володя начали печь хлеб. Не получилось сначала. Потом получится у них. Все хорошо. На улице было холодно. Все.